маленьком городе, древнем городе Витебске, городе побратиме города Харбин. Только что мы завершили переговоры с китайской делегацией. Они прибыли к нам с города Харбина. Это город наш, город-побратим с Витебском. 2012 года у нас существуют побратимские связи. И хочу сказать, что вот за последние эти 5 лет мы во многом продвинулись в экономической, культурной, гуманитарных сферах. Достаточно назвать только одну цифру, что на сегодняшний день город Витебск и Китайская Народная Республика тесно сотрудничают в экономической сфере. И если брать вот для Витебска, то после Российской Федерации Китай сегодня является вторым внешнеэкономическим партнером. Нынешний визит был плодотворным, потому что мы достигли единства во многих сферах, и в культуре, и в торговле, и в туризме, и в образовании, и так далее. У нас в Харбине очень развита переработка льна раньше. И представители предприятия приехали сюда, чтобы изучать возможности для сотрудничества, чтобы дополнять друг друга, и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. То есть, когда вы в нашем городе, вы чувствуете себя как дома. Потому что Харбин – это европейский город с китайской душой, можно так сказать. И добро пожаловать, приезжайте к нам. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.